работали как полагается, в соответствии с задачами, которые ставит перед службой судебных приставов страна. Начинает свой доклад по итогам работы за прошлый год руководитель регионального ведомства. Всего на исполнение в 2023 году находилось больше 536 тысяч исполнительных производств. Это на 22,5 тысячи больше, чем в 2022 году. Удалось завершить на 9% больше дел, чем годом раньше, и пополнить государственную казну. В бюджетную систему Российской Федерации перечислено более 523 миллионов рублей. Эффективное взыскание составило более 47%, что выше целевого значения, установленного Минюстом России, на 19%. В отчетном периоде на особом контроле находилось взыскание задолженности по фискальным платежам. В 2023 году взыскано 361 миллион 128 тысяч рублей. Приоритет делам социально значимых категорий – это взыскание алиментов и задолженности по зарплате. Удалось сохранить тенденцию увеличения взысканной суммы алиментов. В отчетном периоде взыскано почти 429 миллионов рублей, что превысило показатель прошлого года примерно на 16%. По исполнительным производствам и возмещению задолженности по заработной плате взысканная сумма составила 26,3 миллиона рублей. Почти 2000 исполнительных производств сопровождали наложением ареста на имущество. Это каждое 59-е дело в практике. По судебным актам о возмещении ущерба от преступлений взыскали более 62 миллионов рублей. Разыскали и продали 26 машин должников на сумму больше 9,5 миллионов. В целом все ключевые показатели выполнили и даже перевыполнили. Светлана Лашина, Евгений Фролкин. Наши новости.